Есть много удивительных игр о Господе Баларами. When Balaram told his brother, can I be Krishna for one day? Однажды Баларама сказал Кришне, могу я побыть тобой один день? Баларам is known as Дауджи. Баларама называют Дауджи. Дауджи means... What does Дауджи mean? Что значит Дауджи? Старший брат. Старший брат. So Balaram is the older brother, so Krishna calls him Dauji. Balaram is старший брат, поэтому Кришна называет его Дауджи. Krishna says, yes, whatever you want, Krishna, you can become Krishna for one day. Кришна сказал да, что хочешь, может быть мной один день. So Krishna lent his peacock feather and flew to Balaram for one day. И Кришна одолжил Баларами на день свое перо, павлинье и флейту. Камса was regularly sending demons to attack Krishna. Камса постоянно посылал разных демонов, чтобы они нападали на Кришну. So he was sending another demon called Keshi demon to Vrindavan to kill Krishna. И он послал еще одного демона, демона Кеши во Вриндаван, чтобы он убил Кришну. So Keshi demon said, yes, Камса. How will I recognize Krishna? They all look alike to me. И Кеша спросил Камсу, как Кришну узнать? They all look alike to me. Потому что все они одинаково выглядят. And Kamsa said, will not be a problem. Krishna is the only one wearing a peacock feather and with a flute. И Камсу сказал, это несложно. Кришна — это единственный, кто там ходит с павлиньим пером и флейтой. Кеша пришел во Вриндаван и стал искать Кришну, у которого павлинье перо и флейта. Но в этот день как раз Баларама носил. Играл роль Кришны. Кеши демон saw Balaram. И демон Кеша увидел Баларама. He thought it was Krishna. Но подумал, что это Кришна. He came up behind and gave Balaram a heavy kick and Balaram went flying in the sky. Он подскочил сзади и со всех сил легнул Балараму. И Баларама отлетел на большое расстояние. So Balaram said, when Krishna said, please take a peacock feather. I flew back. I had a horrible experience in one day. И Баларама пришел к Кришне и сказал, возьми свое перо и свою флейту. Спасибо, у меня был очень ужасный опыт.